все вокруг будут слышать. Поэтому никогда никого не обижайте. И будьте всегда дружелюбные, как мы с Чеширским котом. Ой, а давай мы тебя обнимем. Мы так Но чтобы Красная Королева нам отдала бабочку, нам нужно с вами сначала... С вами сыграть в ее любимую игру. А какая любимая игра у Красной Королевы? Кто-нибудь знает? Ребята угадали. Может быть это... Королевский ракет! Ребята, давайте поделимся с вами на две команды. Итак, ну что, пойдем вот сюда. Давайте за за мной. Так, вот сюда. А мы вас поделим. Вставайте скорее за мной, за безумным шляпником. И за Алисой. Пойдем, вот сюда вставай. Давай. Ребята, четыре. Пойдем к нам. Вставай вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А у меня 5. А ты тогда тоже с нами сыграешь? Вот точно, хорошо, я попробую. Так, я покажу ребятам. Каждому мы дадим по волшебной бусине с моей. Чеширский кот, ну подожди, я же еще не сказал. Мы возьмем волшебную бусину с моей безумной шляпой и поставим вот сюда. И каждому дадим по-настоящему фламинго. Только подождите. Ну что, Чеширский кот, продолжай. А я буду держать карту, вы будете должны попасть. Я попробую. А можно я покажу? Давай. Смотрите, нужно сделать вот так вот. Здорово. Ой, отлично. Ну что, ребят, теперь ваша очередь попробовать. Ну что? Скажите, вы готовы? Совсем не готовы. Ребятки, вы готовы? Тогда поехали. Давай. Даже умею делать, но только тогда, когда в него верят. Ой. Вы знаете...